В этом видео я расскажу вам об изменениях в подвесных лодочных моторах Suzuki. Это модель DF8A и модель DF9.9A. В 2013 году компания Suzuki решила отказаться от мультирумпеля. И в модели образца 2014 года вы можете наблюдать конструкцию, которая применяется в моторах 15 и 20 лошадиных сил. Управление передачами осуществляется с помощью одного рычага, а управление газом, как обычно, находится на румпеле. Какое-то время в магазинах дилеров Suzuki вы сможете встретить обе модели, как с мультирумпелем, так и без него. Оба варианта имеют свои плюсы. Модель с мультирумпелем позволит вам управлять мотором одной рукой. А модель без мультирумпеля позволит вам использовать удлинитель румпеля. Какой бы мотор вы ни выбрали, вы всегда останетесь в плюсе, ведь моторы Suzuki, пожалуй, самые лучшие моторы в мире.